друзья мои, хочу рассказать вам одну историю. Пошел я как-то на охоту, иду перелесками. Смотрю, что-то серенькое. Фу! Я его... Смотрю, волчара, брык, скатился. Ага, забрал его весь мешок, иду дальше. Выхожу из перелесков, начинается лес. Я в лес. Смотрю, что-то в кустах, рыже-черное, шик. Я пух, брык, смотрю, тигр огромный. Я его собрал весь мешок, брык, и дальше иду. Выхожу на поле, а на поле такой огромный-огромный столб. И на столбе какое-то животное сидит, думаю, вот это да, так бывает. Третье животное за день. Я прицелился, ту! Смотрю, когти в одну сторону, пассатижи в другую сторону, а отвертка в третью.